это вам за игры? Давай, я тебе помогу. Так, вставай. Вот. Это вам за игры? Всегда это птичка была. И чтобы это был ваш символ. Символ весны, да, Мариша? И счастья. Ура! И гнезда. Спасибо. Да. Творческого гнездования, в общем. Ну, можно открывать, да, в честь творческого гнездования. Птица счастья завтрашнего дня. Маришка, помаши ручкой. Мариша, а теперь посмотри, посмотри, где мои птички. Вот сова. Вот птички. О, боже мой, смотрите, сколько птиц кругом. Орлы, да. Вот как Мариша угадала? Это вот Мариша выбирала подарок, говорит, я хочу птичку. Вот А вот это меня делала девочка Саша, вот тёзка. Вот это вот я тут на веточке сижу. А это вот всякие мои друзья мне подарки дарят, и это все у меня тут размещается. Браво! И все такое действительно вот сказочное, светлое, позитивное, как и мы сегодня, дорогие друзья. Это просто рады. Давайте за это поднимем наши творческие бокалы. И потом что? Уже Мариша еще кое-кому подарочки. Не все. Так, Мариша, я помогу. Так, оп. Так, сейчас, секунду. Значит, оп. Саша, или откроешь? Надо нам просто посильнее. Ну, так это самое. Просто открывается. Сейчас Мариша мне прочитает, мамочки. Ну, читай, Мариша, пока, значит, давай. Просто стихотворение, а я открыточку. Ага. Давай, Мариша, стихотворение. Мамочка. Что потом? Это потом. Читай про мамочек. Хорошо. Внимание. Нашим мамам день весенний. Шлет привет сама весна. Звон ручья и птичья пение дарит к празднику она. Спасибо, Мариша, спасибо. Мариша подготовилась, и вот мамочке сделала такую открытку, мне показала, то есть я даже не знала. Мамочка любимая, ты неповторимая, пусть каждый день лишь для тебя будет солнышко всегда. Ну, это уже на пути, тоже к стихотворчеству уже на пути, да, правильно? Да. Это она сама же. А вот это она еще сама удивительно писала, хотела, да, Мариша подарить. Расскажи, вот так покажи, всем покажи, всем. Это тебе, папа Саша. Да. Крестный, да, покажи всем. Вот такой вот замечательную бутылочку. Спасибо, Маришка, спасибо большое. Спасибо. Бутылочка, пожалуйста. С вином, потому что у нас день рождения, в честь праздника. Да. Вина. И вот, Сашуль, смотри, что интересное. Да. Объясни, Мариш, вот я спрашивала, это я уже с красным носом, но потому что после бутылочки. Это я. А это Мариша с короной и подписан. Вот, Мариша подписала. Подпись, значит, понятно, да. Мама, Мариша и папа Саша. Понятно, я посмотрела, что такое солнечную бутылочку. Спасибо. Молодец. Спасибо большое. Я тебя люблю. А еще, дорогие друзья, я хотела показать просто в честь чего, вот, да, день рождения, конечно, мне исполняется 41 год, это мы все молодые в душе, что хорошо, а кроме этого, какой праздник большой у нас, вот, с дорогим Игорем Гекко вышла книжечка, «Ехал Гекко через реку», Юлия Андреева выпустила такую прекрасную книжку с картинами, вот, Игоря, и вот здесь вот одна из картин «Дорога». Угу. Дорога, а я написала рассказ. И вот, я сейчас покажу, где вот написала рассказ на эту картину. Да, вот Мариша видела. И таким образом мы познакомились. Удивительно, нас свело творчество. Ну, мы до этого, конечно, там как-то общались. Здесь уже, конечно, лично заинтересовались, потому что мне была близка эта тематика, дорога. Сейчас вообще актуально путешествие там и так далее перед летом. Вот, и написался рассказ, мы стали списываться ВКонтакте, Игорь заинтересовался. Прекрасное тут предисловие, или послесловие, да, уже Марины Ермошкиной, вот, и прекрасно. Мне очень интересно было, как она описывала мастерскую, все в картинах, действительно, здесь вот, смотрите, какое сказочное, красивое, мне это близко по духу. У меня же вот такая вот русалка, я, кстати, хотела показать, Игорь, я немножко балуюсь буквально. День рождения. Сказочная, сказочная. Вот такое вот, Мариша. Так, все, все, все нормально, хорошо. А что вы так замерли-то все? Вот так, так. Все, да. Пропускай. Значит, я поднимаю свой тост. Нас видно? Чуть-чуть. Можно так, бачку большую. И вот тут на нашего прекрасного хозяина, можно присесть даже, Сергей.
за нашего прекрасного хозяина, да, Игоря, вот такого художника. Кстати, какие картины, это же просто сказка. Мариша уже сказала, говорит, я буду вот, похоже что-нибудь, хочу попробовать нарисовать, потому что Мариша тоже с удовольствием рисует. Сколько художников у нас собирается, Олег Горностаев, Лика, вот все, случай такой волшебный нас свел. А случай какой? Не только мой день рождения, а еще выход книжечки. Давайте покажем, что как раз вот Лика заодно посмотрит. Да. Я потом пришлю на карту. Сейчас вместе будешь помогать мне задувать. Иди сюда. Приготовься, сейчас подожди. Нет, я хочу. Подожди, подожди, еще что? Верю. Сейчас, пришлю. Секунду. Все. Бери, забирайте. Друзья, ну что, готовились к дню рождения? Сейчас видео пойдет. Кемского Лика, волос. Помогай. Кемского Лика, волос. Сережа, помогайте. Поехали. Happy birthday. Ну, поехали. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Сережа, погромче давайте. Happy birthday. Добивайся. Кабак все тот же, все та же дрянь красуется на стенах, все те же цены, лучше ли вино. Не лучше и не хуже. Прогресс. Блин, я что-то забыл, да? Все равно красиво.